Увидеть своими глазами автора, лично пообщаться с настоящим писателем, чье имя и фамилию ты прочел на любимых книгах, которые постоянно берешь с полок Центральной детской библиотеки имени Сергея Михалкова. Для североморских ребят это настоящий фурор. Сама Елена Ульева приехала из Москвы, чтобы рассказать о том, как стала писать и о чем ее произведение. Это подарок для каждого, кто знаком с ее работами. А те, кто только познакомился с талантливым литератором, встреча вдохновила на прочтение всех ее удивительных книжек. Если, конечно, это вообще возможно. Елена создала более 500 книг, рабочих и творческих тетрадей, пособий для занятий с ребенком в детском саду и дома. Вы, наверное, догадались, что причиной того, что Елена начала писать, стало то, что она, являясь педагогом по профессии, хотела не заставлять, не поучать, ведь иногда учителю приходится это делать, а воодушевлять малышей на то, чтобы ребенок сам захотел сделать открытие. Каждая тема раскрывается писателем с помощью невероятных приключений главных героев ее работ. Кстати, они у нее особые. Это, например, маленький, но отважный метеороид, который искал маму по всей вселенной. Желаете с ним познакомиться, а заодно узнать все о нашей галактике? Скорее бегите в библиотеку и ищите книгу «Изучаем космос». А о нашем с вами организме расскажет с помощью, конечно, увлекательного путешествия другой персонаж книги «Как устроен человек» – маленькая капелька крови. В начале своего пути она ничего не знала о своей роли в жизни живого существа, но оказалась, несмотря на свой размер, очень важной особой. Елена Ульева – писатель уникальный. Она пишет для детей не просто сказки, а истории, которые позволяют узнать малышам и школьникам обо всем на свете, обо всем, что нас окружает. Подводный мир, мир животных, энциклопедия хорошего поведения. Любой почемучка найдет ответы на каждый, даже самый каверзный или необычный вопрос. Прочитав ее произведение, можно стать даже супергероем. Не верите? Тогда попросите библиотекаря найти вам такую секретную книгу. Не забудьте произнести пароль «Елена Ульева». И вуаля! А если вам перед тем, как стать этим самым отважным человеком, немножечко страшно, есть еще одна подготовительная книжка «Я побеждаю страхи». Она отлично вас подготовит и придаст веры в себя и в свои силы. Североморские школьники были в восторге от встречи с таким интересным человеком, который, несмотря на то, что взрослый, понимает их на все 100%.